Татьяна Соколова, Следственный комитет. Все, что есть на данный момент, два трупа и одна пропавшая девушка. Она говорила, ей был нужен Андрей Павлов, педиатр. Может быть, медиатор? Что за медиатор? Она ушла из жизни самым болезненным и эффектным способом. Хотела что-то сказать. А если речь идет о доведении до самоубийства, и вы с вашим клиентом соучастники? Главная зацепка – это вы. Я считаю, что тебе необходим свежий взгляд на самого себя. Тебе хоть кто-то нужен в этом мире? Ты сам себе интересен? Какую роль в жизни вашей семьи сыграл Павлов? С него началась моя новая жизнь. Чувак чуть не зарубил жену топором, размахивал ружьем. Большинство людей совершают преступления не потому, что они действительно этого хотят. После 5 минут наедине с Павловым просто взял и сдался полиции. Во время войн, катастроф люди становятся великодушными, легче вступают в сексуальные отношения. Да. Подскажите, это вы изнасиловали Алину, дедушке? Человека, которого Алина Дедушкина обвинила в изнасиловании, отстранили от работы, и он стал объектом интернет-травли. Какая же у меня нелепая фамилия. То есть ты продолжишь сотрудничать с этим человеком вместо того, чтобы выгнать его? Все происходящее вам кажется смешным, да? Нет, все происходящее мне кажется сном. Марина, он подвергал тебя систематическому психологическому абьюзу. У него куча врагов, завистников еще больше. Вы прекрасный профессионал. И мне нужна ваша помощь. Прямо сегодня. Если я владею вниманием и вызываю интерес у своего собеседника, это уменьшает его самоконтроль и, соответственно, увеличивает шанс выяснить чего-то важного. Ты же все это говорил. Ты говорил, что так все закончится. Я ждала, пока ты поймешь, как сильно я тебя люблю. Я тебя не любил. Ты, сломал мне жизнь. Открой! Андрей, останови машину! Привет, Андрей. Мы тебя ждали. Вы больной? Безусловно.